Мне нигде не найти, сюда ведут абсолютно любые пути. И здесь была всегда пристань моя, а Паниковский мой маяк. Для солиста группы «Бомбоза» Вадима Малявина Паниковский стал маяком еще в детстве. Всю Самару он облазил вдоль и поперек, но песня получилась только сейчас. Автор говорит, такой город определенно заслуживает хорошей песни с местным колоритом. Брали такие точки географические, которые мне хорошо известны. Ну, а мне известен весь город. То есть, если кого-то там не упомянул, уж извините, ну, как бы, например, там Полевая. Это гордость наша. Я помню, мы пацанами там скатывались на этих, там, как бы, на санках вниз, там, по зиме. Все участники группы самарские и дружат с детства. Впервые собрались играть в 86-м году, потом расстались на 20 лет. И только 2 года назад поняли, что не могут без музыки и друг без друга. Мы на подушках. На все, что на коленках, на все, что угодно, даже проезжая в машине, ты отстукиваешь ритм и балдеешь от этого, музицируешь. Для каждого из музыкантов группа – хобби. В обычной жизни они строители, рекламщики и даже директора компаний. Репетируют ночами, в выходные, потому что мечта детства должна исполняться, уверены в группе. А если вдруг, правда, не только сидишь возле телевизора и пьешь пиво, но и лучше еще какие-то, достигаешь какие-то вещи, особенно те, которые тебе очень мечтали с детства. Это, конечно, очень здорово. И здесь просто вот нас всех прет. Вот нас в данном случае прет от музыки, нас прет от Самары. Мы очень счастливые, счастливые люди. Меня от Самары прет, я понял за много лет. Самара без меня проживет, а я без Самары нет. Марианна Мирная, Василий Колдашов. События.